концу не дойду. Иди на выстрелы, придешь, кого-нибудь убьешь. Там, где гранаты разрываются, противника убьют. Ты главное это, смотри, кто свой, кто нет. Ой-ой-ой-ой. Они... Обидно, мы... я рядом, прям возле меня взрывают. Видите, они как выглядят? Они как... Такая форма, разгрузка такая, знаешь, тяжелая. Ты поймешь сразу. А кто на дороге? Кто на дороге стоит? Наш, да? Возле дороги там свой тусуется? За деревом я сижу. Ну блин, на северо-востоке. Ты там, да? Ты какой-то, не русский. Ну там, где РПГ разрывается, я рядом. Ну да. Спитер, ну, у тебя оптика есть на этой хрени? Я там противника, да, прям где РПГ взрывается. Нету? Нету? Нет. Блин. Обседал, у меня щитовой этот, щитовой сарай у нас вот здесь вот. За тебя за спиной у меня напрягает. Там зверь? Лишь выходить не могут, Паша. На 40. Лишь выходить не могут. А что такое? Они не могут выходить. Я. А, ну по нам стрелять могут, пули-то могут выходить? А как мы туда пойдем? Так там не завод, завод только там, Паш, завод вон. Там нет, там. А, все, их там нет, да? Там зверь. Вот, Паш, можешь здесь это лечь, нормально. Это вот это в куче танков нам надо взорвать? Не, нам нужно один, 90. Найти 90. О. А тут 80. Вот я думал, этот, опоздал 90, после 90, болезни 90, совсем. А если я не распознаю, что-то 90 что-то вот. 90 он отдельно стоит, он в синем ангаре стоит 90. РПГ? Ну я увидел тебя, прощай. Я жив! Ай, Паш, приходи. Куда РПГ? А меня кто-то... А, со школы второго этажа с правой стороны прилетело. Только пойду. Он полный рот. Со школы, да. У меня ГПшка. Отвечаю, ГПшки. Снайпер, да. Да, своей, они только. Откуда снайпер стреляет? Снимите его нахер. Со школы, наверное, не знаю. Да, со школы. Ну, со школы еще и РПГ. Они на территории не могут выходить? РПГшника убили нашего, да? Он там взлов, да? Зверь. Не-не, я жив. Ты РПГшник? Да. Как ты вышел, слышишь? Забор попал, и меня не зацепило. Потом объяснительно напишешь. Окей, я тебе могу сохранить через запись. Здесь рядом стоит. Он здесь рядом гпшит, прям за забором. Я вот так. И в зеленой форме наша? Да это же так и не выглядит. Но не пояснили. Сейчас кто-нибудь катается около этих бетонных серых блоков белых таких? Я катался, я. Понял, ты ясно. Свет, ты внутри? Да. Я за вот этими ангарами здоровый. Кто шьет? Да я. Слева от них. А что ты по нам шьешь? В смысле, я по школе. А, понял, ты над головой. А в школе есть ветра, нет? Я не буду шить. Привет, спонсор. А, вижу РПГшника на втором ТД слева стоит. В школе? Да. Ой. Сейчас РПГшка туда кину, блядь, заебало. Я туда канал прикину. Заряжаю РПГшку. Всем отдайте. Спитер жив? Что за перелет? А, через окно пролетело, сорян. Чисто через окно. Спитер? Да, похоже, Спитер пошел. Понятно.
Я могу, в принципе, сейчас махнуть через забор. Махну. Перед школой оказался. Живой? Я жив еще. Бегу в школу. Давай, скоро тоже подойду. Я тут за территорию, за школой вижу. Пошел. Ух, держитесь. У меня дерг будет так белое, да, по кругам все время? Че-че? Да, морфий, я разделил. Морфий, ну что-то. А куда именно? Там подсвечивает. У меня голова была ранена. Никого не вижу. Не вижу никого. А кто кидал гранат? Я ГПшил. Нет, а гранату кто-то кидал. А гранату мне ко мне прилетал наружу. Тран, а где он? Ты сейчас стрелял? Да, я да, в третьем этаже лежит. Зашел кто-нибудь в школу, знаешь? И блудер тоже. Не, блудер достанет. Это не такая бессознанка, как вчера была. Меня да. Кочегар тот самый. Я вчера упал в бессознанку на правильном граунде. Кочегар вообще больно взял меня в бессознанке, меня лечили, но это не помогло. Как бы. Он меня взял и тащил, короче, в бессознанке до этого самого, до триггера, и там меня убили. Пацан, а знаешь, что сделаю на этой миссии? Я не знаю, на этой территории стоит такое делать? Нет? Видел, наверное, фотки с ремонтного завода Харьковского, по-моему, когда там куча наваленных танков друг на друге сейчас стоят. А, да, там зимние фотки такие есть, я видел. Ну, есть и летние, просто можно сделать вот эту кучу танков поставить и в них лабиринты, в конце концов, сделать, чтобы в них ходили. Ну, во всех этих танках ходить можно, то есть вот в которых сидел Алекс, он в них прям сел и ГПшил, короче, вот его спиттер и Форестер не видел. Смотри, откуда, смотри, сидел. Где блудил, он убил, Макс, откуда? То есть я тут ставил не так много объектов, просто чтобы не тормозило, я не знал, как оно будет. Смотри, а Макс его забивает. Ну так он не знает просто. А это тоже не знает, но судя по тому, что форма не сходится, знаешь. И где есть? VR противник. Спецназ. Не, ну я думаю, кто-то здесь там что-нибудь. Победила дружба. С граната найдет, подожди. Они сейчас вдвоем еще кочегара убьют. Ну-ну-ну. Мне кажется, Макс понял что-то. Да, кстати, что-то. Не, он не понял. Ну пусть хатап кто придет. Кто хочет ему, кстати, он даже не знает, как лечиться, мне кажется. Ты что? Ну, походу, да, не надо будет объяснить сейчас. Так я же объясню. Я просто стоит управление свое, я объяснить не могу. У меня потому что стоит на Windows. Этот самый. И все. На правый Windows. Ну ладно, ладно. Простительно. Жаль, нельзя послушать их, как в двойке. Кстати, Паша, можно нам пилить какой-то скрипт, если человек без сознания, чтобы он как на двушке говорить мог? Вот я вчера по Кочегару это самое поговорил. А, это бред. Сознание? Это да, бред, да, да. Ну, да. Да, с бред как бы. Ну, бред как бы, но вот Кочегар, меня, вот серьезно, меня вчера пострелили, я минут 30 лежал без сознанки, он тарабанил меня с собой, меня, ему говорит, что он меня и застрелил, что хочешь, короче, он у меня до зоны пытался затарабанить, чтобы... Возьми его, возьми. Мне кажется, он просто криво тебя лечит. Он понял. Макс, они поняли как бы, это были враги как бы. Ты понял? Я в херу, я ж не знаю, как враги, блядь, выглядят, я ничего не пойму. Вот, это были враги. Это были враги. Он меня убил, поднял, я не пойму, что происходит. Не-не-не, смотри, я же тебе объяснял, Ctrl Windows лечится, ты... О, всё. Я лечился, да. Ты, у тебя ноги были сломаны и все. Вообще, лечится. А чё? У меня всё закончилось, блядь. Надо было убивать.